В доме Русова на трех этажах рухнули межэтажные перекрытия. Обвал, сопровождавшийся сильным грохотом и облаками пыли, был слышен в соседних зданиях. Вопрос о реконструкции памятника архитектуры, который уже несколько раз страдал от пожаров, до сих пор остается открытым. Наибольший ущерб зданию огонь нанес в 2009 году. Тогда была полностью уничтожена крыша и два верхних этажа. Кроме того, 11 октября 2012 года дом Русова горел дважды за один день. Частная компания, которая дом Русова принадлежит, вопреки обязательствам, не проводит реконструкцию здания, несмотря на то, что он находится в аварийном состоянии. По словам регионального представителя Министерства культуры Украины Владимира Мещерякова, за невыполнение обязательств по реконструкции на инвесторов необходимо подавать в суд. Нужно в соответствии с законом принимать меры для того, чтобы этой собственности у них не было. Есть 21-я статья, которая говорит о принудительном выкупе. Для этого в бюджете города должны быть определенные средства.